Сынок, ну как ты? Как дела? Нормально. Мам, прости, пора. Сынок, прости, звоню опять. Давно хотелось повидать. Прости, мамуль, я тороплюсь, освобожусь и отзвонюсь. Не дождалась, звоню сама. Скажи хоть, как твои дела? Да все нормально, вот опять уже пора мне убегать. Но я хотела лишь сказать, мамуль, успеем поболтать. Звонила мама каждый день, но сына слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна, увидеть сына, вот мечта. Прижаться же своей щекой и прошептать, любимый мой. Мамуль, привет! Ну что ты там? Чего звонишь мне по ночам? Сынок, была я у врачей, осталось жить мне 10 дней. Приеду завтра, ты не верь, ошибки у врачей теперь. Лекарства, лучшие врачи, все будет, мам, ты только жди. Но вдруг гудков немая тень. Сегодня был последний день.